Если есть желание помогать, то время на доброе дело найдется всегда. Эту простую истину своим примером подтвердила актриса Мирослава Карпович, друг благотворительного проекта «Дари еду». Во время своих гастролей, за несколько часов до спектакля, Мирослава успела навестить нуждающихся и подарить им продукты. Среди подопечных фонда были одинокие пенсионеры. В общем, ребята, это очень заряжает. Вот, я вам очень рекомендую, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей группе волонтеров. Вот, в любой точке России. Вот, помогать это очень долго. Вот, пусть это будет заразно. Подписывайтесь на профиль фонда «Дари еду». В нем команда рассказывает, как творить добро быстро и удобно.